Всем привет, мои хорошие, мои девчулечки, мои красотулечки. Всем-всем-всем доброго утра. Всех-всех вас люблю до луны и обратно. Сегодня вот погода восстановилась, а видите, солнечно. Вчера мы поработали так хорошо, так приятно на душе, такая приятная усталость. Вчера до часу ночи делали штукатурку. Ну как, мы помогали, там песок просеивали с сыном. Муж вот все штукатурил. Вот видите, кухню, вот эта кухня освободили. Тут все было завалено, то есть всякими инструментами, стройматериалами. Все перенесли в комнаты, потому что в комнатах у нас будет ламинат, а здесь везде пойдут коридор, кухня, теплые полы, поэтому уже вот чуть-чуть подготавливаем все к сантехнике. Так что вот такие дела. Ну, в общем, приятно, я люблю, когда у нас такие дни плодотворные, когда мы вот так попашем, то есть приятное такое ощущение. Вот видите, вчера кухне чуть-чуть начал штукатурку. Ну и то, да, где-то в час мы легли. Потом я пересмотрела всех своих любимых блогеров. И так заснула где-то во втором часу. Обожаю тоже смотреть. У меня в фаворите... Ну, я всех по чуть-чуть смотрю, но в фаворите у меня сейчас это канал вот «Женщина с претензией». Потом, ой, забыла, как называется, Наташу одну смотрю, тоже потом вам расскажу. Там вообще такой убойный канал, там такие истории она рассказывает из жизни. Вот, в общем, все вот это пересмотрела, с утра посмотрела, встала. У меня и утро тоже начинается с моих любимых блогеров. С утра посмотрела «Маму отличника», там распаковка у нее Василька была. Обожаю смотреть вот такие, вот такого формата видео. А, вот. Инучку Судакову смотрю, но не всегда получается посмотреть все ролики, потому что они очень длинные. Я люблю такие ролики, вот чтобы были, ну, минут по 15, наверное, ну, 20, может, 25, но не больше. Когда час с лишним, мне хочется смотреть, но на это не хватает времени. Так что вот такая погода у нас сегодня классная, вообще солнышко светит. Ну, в общем, облака еще есть, не знаю, может... Пишет сегодня, посмотрела в поисковике, по погоде в поисковике. Пишет, вроде бы будет этот. Сегодня опять дождик небольшой, такой незначительный. Так что я уже пошла в огород, хоть и земля мокрая, но руки чешутся. Пошла, чуть-чуть прополола помидоры свои. Короче, вам сейчас покажу кое-что. Мои советчицы, любимые. Я знаю, вы мне плохого не насоветуете. В общем, деревья стал есть какой-то жук. Сейчас вам этот покажу, вообще, что за жук, какую купить, вот химию, именно, не от всего, а именно от этого жука. Какой-то черненький такой, я даже не знаю, может это тля, но я даже не знаю, как выглядит тля, потому что я в этом, видите, еще очень далека. В том году вот таких проблем на деревьях не было. А в этом году что-то этот, виноград у меня тоже дал, уже первые какие-то кисточки, очень рада, это уже вот третий год, может быть оно и раньше дало, но... Зашли соседские коровы и пожрали у меня этот виноград. Остались одни корешки. Ну, хорошо, все выжило. И этот. Так что вот планируем здесь, вот видите, вот эти две загородки. Планирую здесь, чтобы у меня был виноградник в дальнейшем. Наверное, может, на следующий год придется уже вверх муж наварит виноградник. И такие беседочки у меня две получится неплохих. Вот, что еще хотела сказать. Ну, помидоры, вот видите, начала выставлять вот эти вот такие вот опоры. Это, знаете, что старые гардины были, я не знаю, откуда там уж приволок их. В общем, вот их я каждый год забиваю, они где-то, ну, вот они мне по плечу. Бывает, даже если помидоры больше вырастают, чем плечо, я здесь подвязываю еще всякие палочки, и уже такая хорошая опора. Помидоры цветут уже, в общем, красота, красота, красотища. Руки чешутся, хочу в огород, но, блин, сыровато еще. Вот видите, здесь вот пропололо чуть-чуть, но ну, не то совсем. Надо, чтобы еще чуть-чуть подсохло. Вот такие вот дела. Очень рада, вообще меня прям подстегивает, вот что я вообще открыла этот канал, что вот такие комментарии, вот это все вы мне пишете. Очень-очень прям меня прям стимулирует. Прям уже все, жизни без этого не представляю. Утром встаю и думаю, так, надо что-то снять. То есть вообще не смогу, наверное, теперь без этого.
Это вообще меня мама на это сподвигла, она у нас там... Я вообще раньше YouTube, ну, я и сейчас особо вот не понимаю такого. Это хорошо, мне там сын что-то помогает. А раньше я этот... Ну, то есть я вообще далека от этой темы. Ну, смотреть смотрела, а вообще, что такое YouTube, что на нем тоже зарабатывают. Вот этих вещей я не знала. Это мне мама, мол, она у меня ютуберша такая, любит посмотреть. У нее там тоже в фаворитах свои блогеры. И она мне, ну, открой канал, ну, открой канал. И вот это я... Слушала, столько она мне информации за это рассказала. И вот думаю, ну ладно, попробую. Получится. Нет, что, в любой момент всегда можно. На кнопочку нажал и удалил. Вот огород. Ну, работы много. Смотрю, уже трава опять ползет. В общем, я люблю, вот пока маленькая трава, все протяпать, чтобы не зарастало. Не люблю, когда зарастает. Потом очень это все тяжело восстанавливать. Пока вот только-только начинает травка вылазить мелко, вот эти белые корешочки. Ну, короче, девчонки, сейчас покажу вам по деревьям, подскажите мне, пожалуйста, очень жалко. Одно дерево у меня, это терновник, вот это типа слива, я не знаю, кто как по-разному называет. Типа и не алыча, и не слива, но что-то между таким, и вот очень хорошо... компоты с него крутить. Это я у мамы привезла вот это деревце. Само деревце пошло хорошо, но какая-то ерунда начала жрать, все начало скручиваться. В общем, погибает на глазах дерево. Подскажите мне, пожалуйста, что мне делать? Побрызгала ж я недавно вот деревья, брызгала B58. Но что-то я смотрю, вот эти жучки, они все живые. То есть, может быть, дождь смыл, не знаю, может, повторно надо побрызгать. В общем, подскажите конкретно, что это называется, чтобы я пришла на рынок к продавцу и сказала, вот мне нужно именно от вот этой вот гадости. Уже капуста, ну, в общем, сейчас вам покажу все. Вот видите, такие хорошие деревца, и главное, на черешнях нету, вот только на вишне. Вот смотрите, вам видно, вот видите, вот такая черная какая-то ерунда. А внутри, вот видите, под листьями, это как какие-то клопушечки, жучки какие-то, я не знаю, что это такое, никогда с этим не сталкивалась. И видите, я такой огородник, садоводник начинающий. То есть я вообще далека от этой темы. Все детство я прожила в городе, никогда мы ничего такого не сажали. Вот. И как бы мне это дело нравится, я втянулась. И вот все деревья, вот, и главное, вот на кончиках, видите, где начинают отрастать вот эти вот новые листики, вот и на них начинает садиться вот эта ерунда, вот, вот видите. Вот, видите, вот такая ерундень какая-то непонятная. А это вот то дерево, вот этот терновник. Ужас какой-то. Сначала так цвело хорошо, все так хорошо было. Я и осенью брызгала деревья. Но видите, вот, вот так листья скручиваются. То есть вот так вот некрасиво это все выглядит. Бедное дерево, мне его жалко. Тем более от мамы привезла. Это для меня ценно вдвойне. Привезла такая веточка была, прям, наверное, мне по коленку. И видите, вот такое дерево у меня за 3 года вымахало. Жалко, надо спасать, спасать мое дерево. Это вот соседский огород, они тоже молодцы у меня вообще. Да тут у всех огороды очень хорошие, красивые. Вот она моя красота. Ну тоже полоть надо. Трава растет молниеносно. Вот фасоль один раз прополола, видите, вот эти рядочки. Ну, рядочки у меня, конечно, в этом году, это трындец какой-то. Все делала на глаз. То обычно я нитку натягиваю, а это поленилась, и получилась вот такая ерунда. Где-то ровно, где-то там вообще что-то ужасное. Ну, ладно, главное, что растет. Вот капусту тоже обработала от каких-то жуков. Тоже купила какую-то отраву. Видите, уже начала завязываться. Это вот у меня капуста ранняя. Вот, а эту я купила, это поздняя у меня капуста. Я ее позже намного посадила. И все, я купила 20 корней. Он, по-моему, 23 мне положил. И все до одной принялись. Но у меня по рассаде всегда вот все-все принимается. Не было такого, чтобы я этот... Ну, чтобы кто-то сожрал там или засохло. Всегда рассада хорошо принимается. Ну, земля здесь вообще замечательная, отличная. А этот какой-то заморыш, видите? Вроде бы, смотрите, все одинаковые. Вот мне хочется спросить, когда те росли, этот где был? Он куда отстал?
Вот такая у меня капусточка. Фасолька. В общем, люблю, обожаю, обожаю это все дело. Люблю любоваться, вот прополоть, потом посидеть, посмотреть это на все. Вот смотрите, гляньте, яйцо. Валяется яйцо. Это, наверное, какие-то эти. Это соседи ж держат у нас птицу. Это гусиное яйцо. Это, наверное, крыса или вот ласки, кто там есть такие вот. Они воруют яйца, цыплят. И вот, видать, воровал и украл яйцо, притащил сюда. Картошку тоже не знаю, если сегодня прям вот распогодится хорошо. Пойду окучивать. Уже она все-все на грани зацветания. Уже цветочки. Еще, наверное, последний раз побрызгаю ее от жука. Потому что жук прям садится перед тем, как, допустим, когда должна картошка зацвести. Жук прям ого-го как садится. Сидят вон, сволочи. Смотрите. Это мне одна эта соседка рассказывала, ее мама, когда жук, говорит, только появился, еще ж не знали, говорит, что это такое. И этот, и, говорит, все соседи собрались и говорят, смотрите, говорит, что это, говорит, это прям чудо какое-то. На нем, говорит, арабские эти, говорит, рисунки нарисованы. Вот так, говорит, удивлялись. А потом, говорит, уже когда поняли, говорит, что это этот, что он картошку их не угубит, и все, от этой идеи отказались. Ну, то есть люди, видите, раньше не особо грамотные не были, особенно вот кто в таких местах жил. Что, ни газет, ни интернета, ничего такого не было. Не, картошка я довольная в этом году. Что-то вот, мне кажется, с нее толк будет. У нее прям такие эти толстые, как его, вон, видите, какие стебли толстые. Я вот замечала, когда у картошки толстые стебли, там и картошка хорошая получается. А когда тоненькие, фигня полнейшая. Потому что картошку я не семенную сажала в этом году, а вот именно едовую, сортовую. У нее и ростки были такие хорошие, прям толстые. Поэтому я вот так выбрала. Лук тоже уже начал, смотрю, там некоторые шейки уже начали стрелочку давать. Вот буду полоть, буду все обрывать. Вот видите, уже цветочки на картошке. Уже вот-вот-вот она на грани зацветания, вот-вот сейчас зацветет. Так что жук вот любит перед тем, как картошка цветет. Надо, в общем, сегодня еще будет раз обработать, если все с погодой будет нормально. Погода меняется вообще страшно. Вот он мой лучочек. Жалею, что мало посадила, но уже поздно. Я сейчас посажу, уже ничего толку не будет с него. У нас так, если лук рано посадил, значит, с него будут хорошие головки. Поздно посадишь, все, ерунда полнейшая, потому что дожди потом прекращаются. И вообще погода меняется как-то. В общем, у меня здесь синий лук, белый и обычный. Вот жалею, надо было, наверное, обычный не сажать, посадить тоже синий и белый. Он и лечебный, а синий лук вообще он очень вкусный. А черешня нормально, видите, на черешне вообще ничего не сидит. И деревца такие пушистенькие. Ой, пчела, 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 пчела на меня сейчас сядет. Вот видите, что я вам говорила, вот так отходы кидаю под деревья. Потом все это прокопаем, и получается у нас такой хороший перегной. Так что, девчонки, очень рада с вами делиться своей жизнью. Может быть, она у меня не такая прям активная, как у кого-то, но вот какая есть, и я очень рада, всему рада. Вот такой человек, всему радуюсь, блин, каждому дню радуюсь, солнышку радуюсь, дождю радуюсь. В общем, вот такая вот я. А как радуюсь вот этому каналу, что у меня вот такие вот, как друзья появились. Хоть я вас и не вижу, хоть я, но я знаю, вот такие добрые есть комментарии пишут. Сегодня одну женщину тоже прочитала, она мне всегда пишет. Клянусь, чуть не расплакалась. Вот аж прям от счастья, от радости слезы на глазах появились. Вот, девчонки, смотрите, вот этот виноград, да, вот этот нормальный, вот ничего на нем такого нету. Блин, вот этот тоже, что с ним? Какие-то листики, видите, не очень. Вот видите, начали как скручиваться, что ли, тоже посоветуйте. Может, есть какое-то вот одно средство, чем можно обрабатывать и деревья, и виноград. Очень хочу хороший сад, чтобы не больной был, чтобы не загубить деревья. А вот этот вот кустик вообще молодец у меня. Смотрите, если я не ошибаюсь, девчонки, вот это вот что? Вот это вот виноград же, я понимаю, вот оно и похоже вроде как на кисточки винограда. Вот смотрите. Вот, видите,
бубушки там всякие. Как на виноград, только маленький похож, видите? Вот еще одна кисточка. Вот этот виноград, это у меня сортовой. То есть это на едовой виноград, он такого хорошего сорта. Это я от мамы тоже привозила лозы. А вот здесь у меня тоже есть виноград, это винный. Это мне сосед дал. И, блин, вот какой не хочешь. Вот я его не очень хотела. Думаю, да, примется, не примется. А он взял и принялся. И смотрите, что. Вот он прет такой самый большой. И на нем тоже уже у меня вот... А, ну да, вот тоже он кисточку дал. Так что в этом году попробуем. Вот это винный. Муж, давай оставим, давай оставим. Я говорю, нафиг он нужен. Ну ладно, пусть будет. Посмотрим, что будет. Вот такие вот дела. Вот, девчонки, смотрите, видите, что я брызгала электролитом. Здесь вот была у меня... А, муж мне, кстати, привез еще мне два баллона. Короче, побрызгаю еще раз. Он же первый раз мы 10 литров купили. И этот. И я его растянула, вот прям брызгала по траве. Вот, что по траве брызгала, все там сдохло, все умерла эта трава. А вот видите, видать, где места я не попала. Смотрите, вот еще трава есть. И я хочу вот эти 10 литров, что он мне привез, прям сплошняком залить, чтобы мне здесь трава не росла, не нужна, в общем, она мне здесь. И никогда я здесь ничего сажать не буду. Здесь там вот в дальнейшем тоже планируется, вот видите, та ступенька. Потом этот, мне там писали, говорили этот, ой, что бы там слив же делается, что там один день? Нет, девчонки, какой один день слив делается? Это надо ставить, в чем там проблема, вот смотрите. Короче, там все зависит не от того, что мы ленивые и не можем там сделать. Мы настолько вот все, каждый год мы вот изо дня в день в доме что-то работаем, делаем. Ну, видите, же своими силами все. Вот это тут, видите, сарайчик, вот дверь показываю. Ну, это все один сплошной сарай. Вот, видите. Это мы строили, думали, будем держать хозяйство. Ну, короче, разочаровались, ничего не будем держать. И вот это первое, я хочу сделать летнюю кухню здесь. То есть все вот эти грязнульки, свои банки, там рыбу, вот это все хочу жарить вот в этом сарае, чтобы в новую кухню вот этот весь хламушник не заносить. Всю посуду свою старую, вот эту разнобойную, все туда перенести. И, в общем, в чем загвоздка? Это даже не загвоздка, но это все делается, но на это еще не пришло время. Сюда надо подвести воду. Вода в этом доме, в новой пристройке есть. Короче, оттуда надо провести вот сюда вот воду, в саму воду, потом оттуда слив сделать, вот это вот кухня наша, отсюда слив соединить, вот здесь вот это все та-та-та-та прокопать, поставить тоже вот здесь, вот видите, это туалет, под этим туалетом стоят три кольца. И вот мы рядом еще хотим поставить три кольца, чтобы у нас потом не было вот, потому что столько сливов будет, и ванна, и кухня, чтобы потом это все не забивалось, чтобы одно в другое перетекало. Ну, короче, как-то так мне муж объяснял. То есть это не потому, что мы там сидим и нифига. Слив это ж не то, что там ямку выкопал и трубу пустил. В общем, здесь все планируется делаться вот с умом дела, то есть как бы вот так вот. Поэтому вот так вот. Но на это еще не пришло время. Это вот, наверное, будет в этом году. Не наверное, а скорее всего точно. Ну, может быть. Ну, посмотрим. Все тоже зависит, видите, и от денег, и от сил, и от всего. Вот не только от нас. Есть такие моменты, которые вот прям не только зависящие от нас с мужем. Что от нас зависит, мы все делаем, все, то есть. Каждую, вот мы не лежим никогда там, не этот, всегда вот что-то по двору, по дому делаем. Так что вот такие дела. Муж тоже дал нам задание, вот он сейчас на работе, к вечеру, он на обед приедет. Ну, в общем, сейчас ждем, чуть песок просохнет, потому что этот, дожди же шли, надо вот эту клеенку сейчас сниму. Просохнет песок, и начнем мы этот с сыном, просеем ему хотя бы на один замес, вот вечером он придет, продолжит штукатурку. Так что вот такие дела. Вы не подумайте, что мы там лентяи какие-то, и вот это вот мы там 9 лет моем. Мы ж не 9 лет все строимся, только 3 года нашей стройки. Мы пока приехали, пока в себя пришли, пока поняли, что к чему. Только потом уже вот начали стройку. Вот она, наша улочка. Вот они, эти уточки соседские. А я как-то купила, короче, 30 уток, когда мы только сюда приехали. Вот это, видите, утки домашние. Это
их не слышно, можно сказать. А мы приехали, я думаю, ой, уток куплю. И купила каких-то 30 белых уток. Это какой-то кошмар. Они нас чуть не сожрали. У них не клювы, а лопаты. Они просто нас, клянусь, чуть не съели полностью, блин. И с утра только цветать начинает. И они вот так бах-бах-бах-бах-бах-бах. С ума от них сходили. И не только мы, и соседи, все тоже. А вот эти уточки хорошие. Так что вот она, наша улочка. Короче, вот это я ж почему, видите, около двора тоже хочу этим электролитом забрызгать. Хотя вот у нас этот, ну, трава растет, но все равно около нашего двора всегда более чисто. Потому что я каждый год же вот эти гербициды использовала. Но видите, он проплешины, трава пробивается. Так что около двора тоже забрызгаю. Может, не сегодня, а завтра, потому что по погоде что-то, блин, у нас, я ж вам говорила, 5 минут светло, потом бах, опять пасмурно, бах, дождь пошел, и все так неожиданно. Ну, короче, вот такие вот дела, девчонки мои. Это наша газелька, что-то муж сегодня не смог завести ее, тоже что-то выделывается, коза, блин. И этот поехал, ну, короче, там попросил кого-то, они его повезли на работу. Вот такие вот дела, мои хорошие. Ну все, давайте, прощаюсь с вами, давайте до следующего видео, если что-нибудь будет интересненькое сегодня, получится снять, сниму, не то что интересненькое, что-нибудь сниму, все как в смысле в моей жизни протекает. С утра пожарила себе омлет с яйцами, ой, с яйцами, омлет из яиц, короче, полстакана молока, 3 яйца, и у меня был зеленый горошек, положила себе горошечко, и в общем-то вкусненько поела, сытненько. А на обед, не знаю, пока думаю. Вариантов много, думаю, что повкуснее, что получше, что побыстрее. Ну все, все, целую вас всех. Пока-пока-пока.